в Одессе все будет тихо и спокойно. И любые попытки дестабилизировать ситуацию в Одессе, они пресечены уже до их начала. Благодаря тому, что наконец-то служба безопасности Украины в этой части и полиция стали работать хорошо. У нас достаточно информации о всех попытках организации таких акций. Они пресечены в зародыше. Планировалась организация найма за деньги нескольких сотен молодых людей, которые должны были бы проводить хулиганские акции, которые бы затем бы освещались, так называемые, стримерами и показывались в российских телеканалах, что Одесса все равно бунтует, что в Одессе, так сказать, силен русский дух и так далее. Этого не будет. Кстати говоря, те, кто еще не поняли, то могут меня послушать и понять, что до 2 мая тот, кто придет и будет устраивать хулиганские акции в Одессе, попытка дестабилизации ситуации, получит очень жесткий законный отпор.